Корабли эпохи античности были очень просты по сравнению с совершенными судами наших дней. Или нам так казалось. Находка двух прогулочных кораблей, построенных для римского императора Калигулы, изменила представление историков. Понадобился один фашистский диктатор, чтобы поднять эти удивительные корабли и раскрыть тайны почти 2000-летней давности. Эти корабли были титаниками древнего мира. Технологии древних цивилизаций. Корабли античности. По мере того, как древние народы расширяли свои империи, их корабли постоянно усложнялись и совершенствовались. Находки останков кораблекрушений в океанских глубинах обогащают наше представление о кораблях древности. А совершенствование методов морской археологии дает возможность еще больше узнать о технологии создания кораблей древнего мира и об их драгоценных грузах. Открытие, сделанное в 20-е годы 20 века на озере Неми в 24 километрах от Рима, изменило наше представление о кораблях эпохи античности. Таких больших и роскошных кораблей раньше никому не доводилось видеть. Но кто построил эти уникальные корабли? И что они могут рассказать о древней цивилизации, которая их создала? Когда корабли вытащили на берег маленького вулканического озера, стали видны их подлинные размеры. Обнаружение этих кораблей изменило взгляд на прошлое. Для доктора Марко Бонино раскрытие тайн кораблей озера Неми стало целью всей жизни. Корабли озера Неми очень важны, отчасти потому, что это наиболее сохранившиеся останки судов того периода, и, конечно, из-за их гигантских размеров. Эти корабли были совершенно выдающимися. Два огромных корабля могут раскрыть темные тайны излишеств Римской империи. На борту находились статуи, скульптуры и невероятные устройства, поверить в которые можно, лишь увидев их воочию. В чем смысл этих странных бронзовых артефактов? И что вообще делали эти гигантские корабли вдали от моря, на маленьком озере в 1,5 километра шириной? Корабли озера Неми были гигантскими, более 70 метров в длину и 20 метров в ширину. Это как два теннисных корта, расположенных друг за другом. С учетом размеров озера Неми, эти суда должны были поражать зрителей и доминировать над всем окружающим пространством. Даже величина кораблей, спущенных на воду такого маленького озера, как Неми, кажется невероятной. Но у доктора Марко Бонино наибольшее восхищение вызывает высочайшее качество строительства. Никакие другие останки, найденные на суше или на дне моря, не дали нам столько полезной информации о технологии производства и корабельной архитектуре, как корабли озера Неми. Корабли озера Неми стали настоящим кладом для археологов и историков флота. Но многих специалистов поразили и следы пышной, роскошной отделки. Мы знаем, что там были мраморные полы, водопровод с горячей и холодной водой и, вероятно, ванны, по крайней мере, на одном из кораблей. Это были роскошные плавучие дома, покрытые медной позолоченной плиткой с мозаичными полами и полыми колоннами. Они отражают инженерные способности римских кораблестроителей. Даже конструкция якоря оказалась принципиально новой. До находки этого якоря она считалась изобретением 18-го столетия. На этих кораблях использовали самые прогрессивные механизмы, которые больше нигде не встречаются. Механические устройства на борту кораблей проливают новый свет на древние технологии. Но дальше всех ожидало еще более невероятное открытие. Когда археологи очистили от ила свинцовые трубы, они были поражены увиденной надписью. Из-под слоя ила проступило имя печально известного деспотичного римского императора – Гай Цезарь Август Германик, более известный миру как Калигула. Калигула стал императором в 37 году нашей эры в возрасте 25 лет. Вскоре он потерял голову от свалившихся ему в руки власти и богатства. Он заслужил репутацию жестокого правителя с садистскими наклонностями,
который спустил целое состояние на свои гедонистические развлечения. Его приход к власти поначалу вызвал прилив энтузиазма среди римских граждан. Но источники говорят, что отношение вскоре сменилось на негативное, что он сошел с ума, и подчеркивают вседозволенность, с которой он правил. В записках Светония и других историков есть много рассказов о его жестокости. Римские авторы писали о том, что Калигула был не в состоянии контролировать свою природную склонность к жестокости и порокам. Ему нравилось смотреть на пытки и казни. По ночам, надев для маскировки халат и парик, он предавался обжорству и разврату. Калигула, вероятно, был весьма кровожаден. Мы знаем, что он руками выдрал ребенка из утробы своей сестры, которая от него забеременела. Думаю, любой, кто способен на такое, должен был иметь весьма кровожадное, мрачное отношение к жизни. Но не все его интересы были столь отвратительны. У Калигулы была искренняя любовь к морю. Он был праправнуком Октавиана Августа и Марка Антония, победителя и побежденного в Великом морском сражении при Акции, которая в свое время определила дальнейшую судьбу Рима. Он был также внуком Агриппы, командующего флотом Октавиана и строителя первого пантеона. Мы знаем, что Калигула любил корабли. Древние источники, в том числе Светоний, упоминают корабли, которые он приказывал строить — либурны. Это был уникальный тип морских кораблей. Древние изображения либурн можно видеть на колонне Траяна в Риме. Это были быстрые маневренные галеры, излюбленные суда пиратов, которые охотились за римскими торговыми судами по всему Восточному Средиземноморью. Калигула создал свой вариант. Один из самых интересных примеров капризов Калигулы – строительство галеры либурны с кормой, украшенной драгоценностями, разноцветными парусами, обеденными ложами и садом. Он любил рано утром уплывать из Рима в сторону Неаполитанского залива, как пират, царь и римский император в одном лице. С самого начала правления Калигулу тянуло на озеро Неми, где находился храм Дианы. Это было странное, таинственное место, удаленное от цивилизации. Римляне полагали, что там любят бывать боги и души предков. Богиня Диана тесно связана с озером Неми. Оно известно также как «Зеркало Дианы». Ее культ, соответствующий культу греческой Артемиды, возник за много веков до того, как на озере Неми появился Калигула. Подобно Артемиде, Диана была богиней растительного и животного мира, богиней диких мест, удаленных от многолюдной жизни Рима. Но она также ассоциируется с ритуалами посвящения и превращения. На озере Неми Калигула стал одержим чувственным культом Дианы. Он построил себе роскошную виллу на берегу озера, рядом со святилищем Дианы. Он был далеко не единственным, кого влекло к озеру из-за культа Дианы-охотницы. Многие ее поклонники оставили свидетельство своей преданности. Римляне считали, чтобы снискать благосклонность богов, им следует делать обильные подношения. В районе храма Дианы обнаружено множество прекрасных, изысканных предметов. Это одна из бронзовых фигурок самой Дианы. Она изображена в коротком хитоне, за спиной можно видеть колчан. К сожалению, лук не сохранился. Она изображена с поднятой рукой. Известно, что в день Дианы женщины проходили торжественным маршем к ее святилищу с цветами в волосах и факелами в руках. Неотъемлемой частью культа Дианы был ритуальный секс. Но у берега озера совершались и более возмутительные человеческие жертвоприношения. В XIX веке, во время раскопок, была обнаружена вот эта площадка, на которой, как полагают, и происходили человеческие жертвоприношения. Мрачное сочетание секса и смерти, видимо, привлекало Калигулу.
Более чем вероятно, что именно жестокий, кровавый аспект этого культа должен был особенно привлекать Калигулу. Его характер отмечен тиранической и садистской жестокостью, что весьма живо описывает его биограф Светоний. Калигуле доставляли удовольствие крайности этого культа. Для развлечения он восстановил шокирующую церемонию утверждения Неморенского царя. Неморенский царь считался королем священной рощи. Каждый год действующему царю из освобожденных или беглых рабов должен был бросать вызов претендент, тоже из освобожденных или беглых рабов. Этот раб мог стать царем, только убив предшественника. Культ Дианы позволял Калигуле под прикрытием религиозного поклонения реализовывать свои кровавые и извращенческие наклонности. Озеро Неми было для этого идеальным местом. Калигула хотел придать своему присутствию на озере Неми особую значимость. Дворца Калигуле было недостаточно. Экстравагантность подтолкнула его заказать два огромных роскошных корабля, достойных самого могущественного человека в мире. По его указанию, один корабль должен был стать плавучим храмом Дианы, другой – роскошным домом для отдыха самого Калигулы и его окружения. Оба корабля должны были быть непревзойденными и занять господствующее положение на озере. Летом в Риме стояла нестерпимая жара, и Калигула желал сбежать от городских проблем. Уже через год эксцентричного и тиранического правления многие римляне стали возмущаться неумеренными тратами и вызывающим поведением Калигулы. В глазах народа он становился ненадежным правителем. В Риме множились его противники, и уже поползли слухи о заговорах по его свержению. Калигула был готов сбежать из Рима, от жары и политиков, о которых ему не хотелось думать, в свое убежище на озере Неми, туда, где его окружали бы мир и покой. Здесь он мог целиком посвятить себя проектированию своих величественных кораблей. Они должны были прославить его могущество и возвысить над всеми остальными. На самом деле он пытался воссоздать эллинистические развлекательные баржи египетских царей династии Птолемеев. Калигулу вдохновляли древние тексты, повествующие об упадке правителей эпохи эллинизма. Они разделили империю Александра Македонского, который скончался в 323 году до нашей эры. Они потратили огромные состояния на роскошную жизнь и строили невероятные корабли, на которых устраивали роскошные круизы. Эллинистические правители любили устраивать приемы или совершать религиозные ритуалы на кораблях, которые назывались «таламего», в буквальном переводе «увеселительные корабли». Крупнейшим из этих плавучих развлекательных дворцов был Сиракузы. Он был построен для Гиерона Сиракузского в 240 году до нашей эры. Его длина достигала 80 метров. Сиракузы считаются крупнейшим пассажирским кораблем античности. На верхней палубе размещались 400 солдат. Ниже было 142 каюты со многими удобствами современного круизного лайнера. Сиракузы были плавучим отелем с богатой отделкой. На нем построили даже гимнастический зал и храм Афродиты, богини любви. Там были обеденные залы, храмы, прогулочные палубы, библиотека. Короче, все, что высоко ценилось в эллинистических дворцах. Это и был плавучий дворец. Афиней описывает, что корабль остался в Александрии, потому что был настолько велик, что не мог войти ни в одну другую гавань Средиземного моря. Гиерон подарил его Птолемею III, правителю Александрии. Калигула стремился не просто копировать, но превзойти эллинистических правителей Сиракуз и Египта. Но где на таком небольшом озере, как Неми, можно строить огромные корабли?
Временная судоверфь была создана поблизости, возможно, даже на том самом месте, где сейчас расположен музей, посвященный этим колоссальным кораблям. Судоверфь была построена на самом берегу, возможно, там, где мы сейчас находимся. Очевидный выбор. Для создания кораблей Калигула выписал кораблестроителей из Мисена. Он выдвинул сложные требования. У кораблей должна быть небольшая осадка, и в то же время они должны быть достаточно широкими и сохранять остойчивость при высоких надстройках. Выполнить столь необычные требования было непростой задачей. На корабле-дворце была одна крупная надстройка и несколько более мелких с вестибюлями и коридорами. У него не было средств передвижения, его надо было буксировать. Инженеры решили проблему соотношения ширины и небольшой осадки, создав корабль с 5 килями. Второй корабль, на котором располагался храм Дианы, реконструировать оказалось проще. Сам храм находился на корме. На носу небольшое квадратное помещение. Они соединялись колоннадой. На корабле-храме были предусмотрены скамьи и аутриггеры как минимум для сотни гребцов. Качество постройки обоих кораблей было чрезвычайно высоким. Технология строительства была самой передовой. Можно предположить наличие тщательно спланированного и хорошо организованного проекта. На экстравагантные проекты, как эти уникальные корабли, Калигула спускал богатства, столь заботливо накопленные его скаридным предшественником Тиберием. Но что же происходило на борту кораблей? Судя по изобилию найденных изысканных предметов, римский император и его окружение преследовали исключительно гедонистические цели. Мрамор, мозаики, изысканные интерьеры — это была площадка для развлечений Калигулы и его приятелей. Думаю, во многом это были корабли его мечты. Он жил своими фантазиями в этом сюрреалистичном, мистическом месте — на великолепных кораблях-дворцах, которых, надо признать, ни у кого больше не было. Никому в те времена не хватило бы духу потратить столько денег римских налогоплательщиков на такой образ жизни. Среди наиболее необычных артефактов, обнаруженных на кораблях, оказались медные головы животных, предназначенные для причаливания лодок, на которых Калигулу переправляли на берег. Наиболее известные предметы с кораблей — бронзовые головы животных. Они украшали торцы балок, а еще выполняли дополнительную функцию — отпугивали злых духов. Эти бронзовые предметы, поднятые со дна озера, вызвали восторг и повергли в шок все археологическое сообщество. Особое великолепие находки придавало высочайшее качество бронзового литья. Какие еще сокровища ждали впереди? У Джузеппины Гини, директора музея Неми, в подвале находится настоящая пещера Аладдина, демонстрирующая виртуозность техники римских кораблестроителей. Это наше хранилище. Сейчас оно перестраивается. В нем находятся предметы как с кораблей, так и из прилегающих к озеру мест, таких как храм Дианы. Среди корабельных предметов вот эти глиняные трубы, которые поддерживали пол и обеспечивали его подогрев. Поразительно, но находка этих таракотовых труб подтвердила, что на гигантских кораблях существовала хорошо продуманная система подогрева, которая позволяла императору разгуливать по теплому полу. Глиняные цилиндры стояли на слое плитки, уложенной на палубе. Вокруг циркулировал воздух, нагреваемый печами под палубой. Между рядами цилиндров были возведены стены, на которых и лежал пол, богато декорированный мозаикой. Мозаика на борту, пусть и не такая великолепная, как этот образец из французского Арля, имела красочный и сложный рисунок. В ходе раскопок были обнаружены небольшие фрагменты прекрасных мозаичных корабельных полов. Система подогрева полов на кораблях Калигулы была вариантом подземных отопительных систем, используемых в термах и виллах по всей империи. Почему Калигула на корабле
не должен был располагать тем же комфортом, что и на окружавших его виллах. Но на озере Неми также обнаружили другие странные предметы, связанные с водоснабжением, которые озадачили и заинтриговали археологов. В иле вокруг корабля нашли бронзовый кран, который выглядел слишком современным для римского корабля. Но он был подлинным. Этот поразительный кран предназначался для регулирования потока воды, наполняющей цистерны корабля. Из этих цистерн вода под действием силы тяжести распределялась по всему кораблю через систему свинцовых труб, снабженных бронзовыми клапанами. Археологи 20-х годов не могли поверить, что этим клапанам почти 2000 лет. Кран сделан из бронзы. Его нашли лежащим отдельно, отсоединенным от системы. Мы не знаем точно, как он крепился, но это легко себе представить. Найденный бронзовый кран был практически не подвержен коррозии. Благодаря великолепной слегка конусообразной конструкции и тщательному исполнению, он до сих пор плотно перекрывает поток воды. Примечательно, но такие точные приборы, как этот кран, производятся и в наши дни, почти по той же технологии, которую использовали римляне. Находки на кораблях озера Неми подтвердили, что римляне владели сложной техникой литья и были более умелыми, чем считалось ранее. Единственное различие между этим современным краном и найденным на озере Неми – 2000 лет. Кран, найденный на озере Неми, означает, что мы должны переосмыслить наше представление о римском инженерном мастерстве. Но одним из самых больших сюрпризов, которые поджидали археологов, оказалась сама конструкция кораблей. Если спросить кого-нибудь сегодня, как строятся корабли, вам ответят, что сначала возводится скелет или остов, а затем его обшивают листами. Но в античности порядок был совершенно иным. Листы корпуса соединялись между собой в стык с помощью гнезд и шипов, после чего каркас корабля или ребра буквально вставлялся в уже готовую оболочку. Конструкция корабельных шпангоутов настолько хорошо сохранилась, что ученые смогли во всех подробностях изучить римскую технику кораблестроения. Но образцы такой техники встречаются и на окраинах Римской империи. В 1981 году у немецкого города Майнц обнаружили 5 римских кораблей, которые теперь выставлены в музее античного судоходства. Весь корабль сделан на шпунтовых соединениях. Примерно через каждые 25 сантиметров узкий деревянный шпунт, который тщательно вставлен в противоположную доску. В основном эти шпунтовые соединения скрыты. Но можно заметить деревянные стопорные штифты, которые не дают расходиться доскам. Корабли Майнца, хоть и построены на несколько веков позже кораблей озера Неми, созданы по той же технологии, сначала корпус, потом шпангоуты, которая существовала в Средиземноморье. Их объединяет способ крепления обшивки корпуса к шпангоутам. Корпус скрепляли со шпангоутами гвоздями, которые затем загибались дважды с внутренней стороны. Это дает прочное, но гибкое соединение, допускающее некоторую подвижность всей конструкции. Есть предположение, что железные гвозди, которые использовались на кораблях озера Неми, покрывали медной пленкой для предотвращения ржавчины. Технологию демонстрирует Ричард Уиндли. Есть гипотеза, что римляне применяли процесс электролитического покрытия, предохраняющий гвозди от ржавчины. Сейчас мы покажем, как это делается. Этот раствор – смесь нитрата меди с подкисляющим реагентом. Мы помещаем гвоздь в медный раствор, и должен начаться процесс плакирования. Технология сама по себе любопытная. Одни специалисты считают, что корабельные гвозди имели электролитическое медное покрытие. Другие полагают, что они так хорошо сохранились, потому что медь добавляли в сплав. В подвале музея можно обнаружить еще более удивительные подробности о конструкции кораблей озера Неми.
В ящиках, которые вы видите, несколько тысяч гвоздей, которые использовались для соединения деревянных частей корабля. Возьмем один из них, он согнут специально. Его использовали для соединения обшивки корпуса со шпангоутом. Можно заметить следы свинца, которым покрывали корпус. Методы кораблестроения, применявшиеся на озере Неме, можно встретить и в Древнем Египте. Древнегреческие триремы, подобные той, что высечена на скале у острова Родос, строили по такой же технологии. Инженерные идеи, применявшиеся для создания кораблей озера Неме, были известны за несколько веков до Калигулы. Так строились торговые корабли, бороздившие просторы Средиземного моря. Но римляне усовершенствовали эту технологию. Керамика, стекло, металлы, вино и оливковое масло – все это наряду с зерном были важные статьи торговли. Стекло ценилось особенно высоко, но и китайский шелк, арабский ладан и пряности – были просто необходимы для жизни состоятельных римлян. Вести такой стиль жизни было невозможно без надежных кораблей. Останки римских кораблей, разбросанные по всему Средиземноморью, говорят о масштабах морской торговли и о рисках с ней связанных. Благодаря этим останкам нам известно многое о римской торговле. Но морские археологи всегда открывают для себя что-то новое. Работая под водой, всегда ждешь какого-нибудь открытия. Ты поднимаешь воздухом песок, начинаешь работать с объектом, можешь даже не знать, что это. Но наступает момент, когда понимаешь, что за артефакт перед тобой. Для Деборы Карлсон район у берегов Турции – богатейшее место для изучения древних кораблей. Придонного течения практически нет. Внизу постарайся не мутить воду. Там очень... Илистое дно. Да, илистое. На местах крушений часто обнаруживают большое количество амфор. Многие из них по-прежнему в хорошем состоянии. Амфоры были самым распространенным сосудом для перевозки многих товаров, прежде всего масла и вина. Их использовали торговцы по всему Средиземноморью. Класс торгового судна определялся количеством амфор, которые он мог взять на борт. Размеры и прочность кораблей имели решающее значение для римской торговли. В бурном море не все грузы достигали места назначения, и зачастую лишь благодаря тяжелым грузам сохранились фрагменты перевозивших их кораблей. В Средиземном море хорошо сохранились в основном торговые корабли. И лишь потому, что они шли с грузом, амфорами или камнями. Груз утягивал корабль вниз и придавливал его ко дну, и корабль сохранялся. Бодрум, Турция. Дебора Карлсон из Института морской археологии много лет занимается раскопками кораблекрушений. Институт расположен в турецком городе Бодрум. Ее экспедиции сделали ряд поразительных находок у берегов Турции. Это частично сохранившаяся амфора с корабля 5 века до нашей эры. Но у нас есть и лучше сохранившийся образец. Он даст вам представление о том, как выглядели транспортные амфоры. Она вмещает 25 литров жидкости. Мы полагаем, что в ней перевозили вино, потому что внутри и на горловине сохранились следы черного цвета. Одна из наиболее удачных экспедиций Института по изучению затонувшего римского корабля у турецкого острова Ясиада обнаружила амфоры с питьевой водой, вином, маслом, рыбным соусом, зерном, оливками и фруктами. Там также нашли игральные кости, фрагменты одежды и обуви членов экипажа. В
подвале института хранится корабельная древесина. На этих полках хранятся образцы корабельной древесины. Вот это фрагмент шпангоута. Он законсервирован в полиэтиленгликоле. В таком виде его стабилизировали и сохранили. В 20-х годах, когда корабли были подняты, археологи обнаружили, что дерево отлично сохранилось. Это произошло благодаря донному илу и тяжелым корабельным надстройкам, которые вдавили корпус в грунт. Впрочем, местные жители задолго до этого открытия знали, что на дне озера Неми лежит загадочное сокровище. Подъем кораблей озера Неми сам по себе является отличной иллюстрацией истории развития подводной археологии. Уже в средние века в поселениях вокруг озера ходили слухи о двух затонувших огромных кораблях, которые иногда даже можно было видеть сквозь толщу воды. Вскоре на озеро потянулись охотники за сокровищами и археологи, которые не без труда извлекали на поверхность фрагменты корабельных надстроек, амфоры и куски древесины. Жители Альбанских гор на протяжении столетий знали про эти легендарные корабли, лежащие на дне озера. Известно несколько попыток до них добраться. В 15 веке знаменитый архитектор и ученый Леон Батиста Альберти построил плавучую платформу и крючьями попытался поднять фрагменты кораблей. Вот это крючья эпохи Возрождения, когда были сделаны первые попытки поднять корабли. Попытки оказались в целом безуспешными, они лишь отрывали куски обшивки и украшений. Некоторые наиболее интересные доставляли на берег. Но в целом они только нанесли значительные повреждения конструкции кораблей. Спустя столетия новую попытку предпринял Франческо Ди Марчи. Это была первая попытка спуститься под воду с каким-то подобием водолазного снаряжения, которое начали придумывать в то время. У него был деревянный шлем со стеклянным окном типа иллюминатора. Это изобретение Леонардо да Винчи, но несколько модифицированное. Прошло еще несколько веков. В 1827 году археологи решили спустить с плавучей платформы водолазный колокол. Операцию сочли успешной. Им удалось поднять фрагменты скульптур и мозаичного пола. Затем в 1885 году лорд Севилл, британский посол в Риме, обнаружил 1500 поразительных предметов на берегу озера, где стоял храм Дианы. Огромная коллекция позже была подарена музею английского города Ноттингем. Будучи в Риме, он заинтересовался археологией, произвел несколько раскопок, а потом получил лицензию главного археолога на проведение работ на озере Неми. Поднимая различные предметы, скульптуры и постепенно осознавая громадное значение находки, он должен был, наверное, испытывать потрясающие ощущения. Через 10 лет с одного корабля была поднята вот эта бронзовая голова медузы. Начались активные поиски возможности подъема самих кораблей. Итальянский флот командировал опытного водолаза, чтобы установить точное положение кораблей. Он определил, что они лежат на глубине около 20 метров, на расстоянии 180 метров один от другого. Но никто не мог придумать, как поднять их, не повредив. Пока не появился один фашистский диктатор. Муссолини искал любую возможность установить связь между своим режимом и славной Римской империей. В частности, он финансировал раскопки не только в Риме, но и в Остии. Муссолини был намерен связать славу Древнего Рима со своим фашистским режимом. Во многих его декретах и законах заметно влияние римской цивилизации. Он мечтал стать современным римским императором и восстановить древнюю Римскую империю в ее былой славе. Археологические раскопки в Остии, на озере Неми и в Риме являлись частью этого грандиозного плана. Муссолини был одержим римской археологией. Он надеялся, что сможет связать в головах людей фашистский режим со славой Римской империи.
Если бы ему удалось связать древний и современный Рим, он бы смог обрести сторонников фашистского режима среди интеллектуалов среднего класса. Корабли озера Неми играли роль политического инструмента. Люди занимаются останками кораблекрушений по разным причинам. Планируя экспедицию на озеро Неми, Муссолини тем самым стремился установить связь с великим прошлым, а значимость кораблей озера Неми могла существенно повысить его собственное величие. Прикоснувшись к кораблям озера Неми, Муссолини надеялся стать ближе к римским императорам. Эти корабли вызывали такое восхищение у Муссолини еще и потому, что они давали возможность восстановить частную жизнь римского императора. Но желание Муссолини блеснуть в отраженных лучах римской славы осложнялось рядом проблем. Планы подъема огромных кораблей со дна озера были сопряжены с непреодолимыми трудностями. Но у Муссолини был хитрый план. Чтобы через 2000 лет вновь предъявить миру корабли озера Неми, он решил воспользоваться инженерными наработками древних римлян. Он не будет поднимать корабли, он осушит озеро. Чтобы частично осушить озеро, Муссолини планировал использовать туннель, пробитый в горе у озера Неми за несколько веков до рождения Калигулы. Эта почти невероятная победа инженерной мысли была одержана ради спасения от затопления храма Дианы, стоявшего на самом берегу. Римским инженерам для снижения уровня воды в этом озере удалось пробить туннель длиной почти 1.5 километра. Архитекторы Муссолини знали о существовании этого туннеля и предложили дерзкий план – попробовать использовать его еще раз. Для Муссолини спасение кораблей озера Неми с помощью столь впечатляющей древнеримской технологии стало почти священным долгом. Муссолини говорил, что это вопрос и науки, и национальной гордости, долг чести перед величием нации. Этот римский акведук, построенный в IV веке до нашей эры, одно из самых поразительных и малоизвестных достижений гражданского строительства во всем мире. Вот это очень важный участок. Здесь видны пазы для затвора шлюза, который регулировал поток воды в канале. Затвор также защищал канал от попадания веток и прочего мусора. Его поднимали и опускали специально обученные рабы. Они же следили за чистотой водного потока. Когда римляне приступили к строительству акведука, они не просто подошли к склону и начали пробивать отверстия. К работе приступили две бригады туннельщиков, и геодезические инструменты у них были настолько совершенны, что обе бригады встретились почти идеально точно. Это важный участок. Здесь можно видеть царапины, которые оставили кирки рабов, пробивавших акведук от озера Неми по направлению потока воды. Вот здесь они встретились с бригадой, шедшей с другой стороны. Следы от инструментов расположены в другом направлении, против потока. А вот это точка, где они встретились. 20 октября 1928 года Бенито Муссолини приехал на озеро, чтобы включить мощные турбины, которые должны были качать воду вверх по холму к горловине античного акведука. Постепенно уровень воды в озере начал снижаться. Насосы погнали воду из озера сквозь гору. Это был момент торжества. То, что откроется на дне, поразит мир. Стали видны корабли, пролежавшие под водой почти 2000 лет. Они, на удивление, хорошо сохранились. Размеры и состояние кораблей удивили даже археологов. Но что более важно, эти два корабля с великолепной отделкой предоставили новые сведения о жизни в Древнем Риме. По замечательным находкам, сделанным во время предыдущих попыток, археологи уже знали, что их ждет нечто необычайное. И они не были разочарованы. На кораблях обнаружилось множество искусных литых бронзовых деталей. Их качество и сохранность были потрясающими. Каждая стойка завершалась индивидуально отлитой головой сатира, фавна или нимфы.
сохранилось множество позолоченных медных листов крыши и великолепная бронзовая голова льва, завершающая рулевое весло с кольцом для крепления, тоже почти в идеальном состоянии. Загадочная бронзовая рука оказалась еще одним символом, отгоняющим злых духов. Археологи приступили к воссозданию чертежей кораблей с указанием, где какие предметы были найдены. До обнаружения кораблей озера Неме мы не очень хорошо представляли, как строились древние корабли. Спасение этих кораблей дало возможность морским архитекторам и археологам понять и изучить технику строительства кораблей на шпунтовых соединениях. Пришлось пересматривать устойчивые представления о древнем кораблестроительстве. Вот такие каменные якоря, обнаруженные при раскопках, существовали задолго до сооружения кораблей Калигулы. По мере выявления огромного количества значимых артефактов и древних технических устройств, на свет появлялась удивительная новая информация. На борту нашли ряд поразительных механических изобретений. Это сложное металлическое устройство реконструировали в музее озера Неме. Это один из многочисленных цепных ковшовых трюмных насосов, предназначенных для откачки лишней воды из судна. Эти водяные колеса вращаются с помощью цепи. На них закреплены небольшие черпаки, которые извлекают воду из трюма. Для этой же цели использовались поршневые насосы, которые также управлялись вручную. Этот ручной насос – настоящее техническое новшество. Насос гнал воду по трубам корабля с помощью воздуха. Он основан на проекте греческого изобретателя Ктесибия и является оригинальным устройством. Но насколько эффективным может быть этот древний водяной насос? Вот так, по нашему мнению, мог выглядеть насос с корабля Калигулы. Это реконструкция примерно в треть от натуральной величины. Здесь у нас нагнетательный насос, он используется для подъема или прогона воды по корабельным акведукам. Он двойного действия с двумя цилиндрами. Поэтому поток воды постоянный, в отличие от одноцилиндрового насоса, когда поток воды прерывается. Насос поднимает воду из нижнего бака при движении поршня вверх, а при движении вниз гонит ее через систему клапанов в резервуар. Из резервуара вода под давлением распространяется по кораблю. Конструкция исключительно эффективна. Поршни насоса сделаны из дерева и бронзы, но контакт, на удивление, плотный. Корабельный насос мог быть соединен с цистернами, в которые собиралась дождевая вода для последующего использования. Но не только насосы, найденные на кораблях, вызвали интерес археологов. Среди прочих предметов была найдена платформа с комплектом странных бронзовых предметов. При ближайшем изучении оказалось, что это римские шариковые подшипники. Это поразительная находка, поскольку ранее считалось, что первые упоминания о шариковых подшипниках относятся к эпохе Возрождения и встречаются в работе Леонардо да Винчи. Эти же опережают да Винчи на 1400 лет. Были найдены два комплекта шарикоподшипников. Но для чего они были нужны? Кто-то предположил, что это часть механизма для подъема якоря, другие утверждали, что на них вращалась платформа со статуей богини. Платформа могла приводиться в движение под палубным механизмом, позволяя статуе чудесным образом вращаться. Есть гипотеза, что на платформе находилась статуя Дианы, но недавно была выдвинута другая. Некоторые полагают, что ключ к странному поведению Калигулы лежит в его страсти к правителям и богам эллинистического Египта. Есть сведения, что мальчиком он путешествовал со своим отцом Германиком и пришел в восторг от всего египетского. Особенно его заинтересовали боги Осирис и Исида, брат и сестра. Калигула стремился копировать Птолемея IV, который был женат на собственной сестре. Он даже объявил их божественными правителями. Калигула тоже имел кровосмесительную связь с сестрой и поощрял поклонение Исиде. Конечно, не случайно, что после завоевания Египта Августом Рим перенял многие восточные верования и принципы поклонения. Даже здесь, на Неме, в храме Дианы,
Диана была заменена Исидой, вероятно, во время правления Калигулы. Может быть, поэтому Калигула так стремился построить себе роскошный и плавучий дворец, подобный тем, что были у эллинистических правителей Египта? А восхищение богами Осирисом и Исидой, братом и сестрой, было для Калигулы просто способом оправдать свою страсть к Друзилле? Современники утверждают, что траур в связи с ее безвременной кончиной был экстравагантно театрален. После смерти Друзиллы Калигула обожествил ее, воздав такие почести, каких ни одна римская женщина не знала до нее и, скорее всего, не удостаивалась в будущем. Так что в его отношении к Птолемеям было наверняка нечто очень личное, и они служили для него легитимацией тех весьма специфических отношений, которые у него были с сестрой. Калигула был убит на 4-м году правления. Римляне испытывали такое отвращение к его жадности и жестокости, что затопили его изумительные корабли и оставили гнить на дне озера. Спасение к ним пришло лишь по распоряжению Муссолини. Но история на этом не закончилась. На берегу озера, на том месте, где строили корабли, был сооружен специальный музей. Со всеми предосторожностями корабли переместили туда. Там они и находились до последнего года Второй мировой войны, но отступавшие немецкие войска подожгли их. Корабли озера Неми были почти полностью уничтожены. Это была катастрофа. Уничтожение кораблей озера Неми стало большой трагедией. Это варварство можно сравнить с разрушением Колизея. Никогда раньше не удавалось найти античные корабли такого высокого качества, такой роскоши, технического совершенства и сохранности. До своего окончательного уничтожения корабли озера Неми на протяжении 15 лет были доступны для исследования учеными и археологами. Это то, что не вернут никогда. Эта информация пропала навеки. Восстановление останков музея было относительно простой задачей. Но что можно сделать с кораблями? Потери кораблей невосполнимы. Эквивалента им нет ни среди римских, ни среди других кораблей древнего мира. Это огромная потеря для нашего понимания кораблестроительства античных времен. Музей, восстановленный со всей любовью, выглядит удивительно пустым. Чудесным образом сохранилось лишь несколько деревянных артефактов, например, римский якорь. Две мелкомасштабные модели самих кораблей кажутся карликами при воспоминании об оригиналах. Вы можете увидеть несколько деревянных фрагментов, уцелевших при пожаре. Недавно мы их восстановили. Более крупный фрагмент на выставке наверху. На нем остались следы, даже сохранился запах гари. Беда кажется катастрофической. Тем не менее, доктор Джузеппина Гини и ее коллеги решительно настроены восстановить то, что погибло при пожаре. В их амбициозные планы входит полная реконструкция одного из необычайных кораблей Калигулы. Перед реконструкцией мы сделали подготовительные чертежи. После этого я занялся деталями оформления. Когда все было готово, я передал бумаги кораблестроителям, и они уже изготовили киль, который вы видите снаружи. Архитекторы надеются, что реконструкция кораблей поможет восстановить связь времен. Корабли Калигулы заставили нас пересмотреть свои представления об инженерном мастерстве римлян. Мы думали, что гигантские прогулочные корабли не более чем миф. Мир был поражен не только размерами кораблей, но и механизмами, которые на них применялись. Если все планы сбудутся, копия корабля храма Калигулы снова появится на озерной глади, и мир вновь убедится, что эти корабли действительно были титаниками древнего мира. На русский язык фильм дублирован компанией «Видеофильм».